Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Лорд Луден. На игровом канале Железное Сердце мы играем Watch Dogs. Приехали куда-то мы. Новое задание. О, привет, девчонки. Разрабатывают устройство изнасилования. 28 лет. Проститутка. А это? Жертвует деньги на борьбу за права женщин. Уличная девка. Так, а это? Эскорт услуги. Говорит по-французски. Вот они. Рэп батл. Уборщик в смене. Почему нету перевода? Чё? Ну чё-то я дальше хоть посмотреть, послушать просто хотел. Эх, реперюга. Туда же. Так, куда мы тут пришли? На скорую руку. Интересно, начало, названица. Только учти, я за тобой присматривать не смогу. Роси Фримонт. А так надеялись на этот район. И что в итоге? Теперь все банды под одной крышей. Раньше ходили район на район, теперь сосед на соседа. А остальные жители? Кто не с нами, тот против нас. Я тут осмотрюсь, выясню, что они намутили. Включить три терминала. В наше время все было иначе. Мы еще как-то справлялись. С трудом, но могли. А сейчас у детей нет выбора. У соседа сын тупо сидит дома. Кроме школы и церкви никуда. Черт, только подумай. Детство в четырех стенах. Это ж кошмар. Главное, чтобы сейчас никуда не влип. А потом уж пойдет в колледж. Там ему будет полегче. Надеюсь, у него получится. Все бланды под одной крышей, да? Собирает бейсбольные карточки. А это кто? Это далеко сильно камера. Не достает. Че, так понимаю, мне надо туда проникнуть? Ца. Надо поюзать три устройства. Айпишник Дэмиана ведет сюда. Это место настоящая крепость. Один я не пробьюсь. Ладно, подрублюсь к их сети. Посмотрим, что там к чему. Привет, чё как? Чё как, друг? Здоров. Без базара, брат. Да. Средь бела дня. Ты, блин, лазишь тут. Сюда. Чувак, ты что-нибудь можешь там сделать? Оба. Давай, взрывайся. Тут должен быть выключатель, ну! Красавчик. Не зевать, все серьезно! Найдите его! Иди сюда, иди. Берегись! Йоу, что там пищит? Сами себя. О, лечится от зависимости. Очкуешь? Ни хрена тут нет. Двину-ка дальше.
Так, аккуратно. Так, тихо, мирно. Безработный, с тебя 3 бакса выпало. CTO заюзаем. Никто не запалил. Так. Ну и что там такое? Вайсройс отрубили CTOS по всему Росси Фримонт. Перенаправили все сигналы. И в офлайне не только CTOS. Весь район. Тут жутко. Такое ощущение, что прошла война. Понятно, почему Блюм бездействует. Проблем с деньгами у них нет. Странно это. Прикольно. Взорвать? Не, взрывать нам мы не будем. Мы тихо, мирно идем так. Никого не трогаем. Чуваки высоко сидят, далеко глядят. Так, парни, не зевать! Ну, взорвать можно. Боже, уберите, уберите! Нет, 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 что-то не так. Догадливые такие. Что-то не так, говорит. По помойкам шляемся. Следующая. Блин, прячься. Кто там был? Такой внимательный. Думаю, меня видит. Бах. Хорошо упал. Партизан такой. Так, следующее. Тан-тан-тан. Ничего не найдете. Убаня. Ребята, не надо сюда идти. Вы меня не найдете. Дипломатической неприкосновенностью обладает один. Тут другой. Должен быть выключатель, ну! Посмотрите. Вот дебилы, а. Включатель. Чувак обладал дипломатической неприкосновенностью. Да скройся, скройся. Идите ближе ко мне. Не тормози! Не тормози, да. Ноги бросил. Приколисты. Не спи, брат. Ну все. Мы не уступим, суки. Найди его. Ломаем. Не разевать, ясно? Выписан рецепт на успокоительные. Давай, юзай. Успеешь. Так, все. Разблокируйте вышку CTOS. Почти готово. Думаю, власти Чикаго сильно недооценивают Вайсройс. Они не просто бандюки. То есть все стало еще сложнее? Да. Боюсь подумать, что мы найдем внутри.
Так, где ты, чувак, который на успокоительных? Где-то наверху. Будь на чеку. Сам с собой разговаривает. Это сверчки тут такие, что ли? Дождь пошел. Не зевай. А ну-ка, ну-ка, где-то там. Вот он. Все. Есть. Так. Ну все, никого не осталось, можно спокойненько идти. Вверх. И сюда. Патрончики. Все открыто. Welcome, как говорится. Добро пожаловать. Прихваченный звуковой файл. Вали, я записываю. Так, вот оно. Наследие. Наследие. И рак. Весь респект сейчас у Куина. Куинов скелет и его бандюгана. Старые пердуны. Застряли где-то в 20-х годах. Приходится иметь с ним дело. Но мы друг другу не доверяем. Но хоть на одном языке говорим. Ну и чё, послушали мы какого-то безбашенного Ирака, который типа человек из будущего. Так, ворота открыты. Теперь можно уходить. Ладно, вернусь в бункер. Подключусь и посмотрю, что они скрывают. Угу. Машинка подойдет. Так. Ворота закрывай. Где бункер у нас? Еще не показано. Сейчас покажут, наверное. Все готово. Да, связь есть. Теперь ты сможешь заглянуть в Росифремонт. Спасибо за все. Ты сильно помогла. Ха, такое приключение. На этом все? Нет. Это только начало. Мне надо пробраться туда, все разузнать и найти сестру. Ну вот, ты все выяснил. Что потом? Выясню, кто за этим стоит. И разберусь с ними. Со всеми, кто причастен к смерти Лены. Ты еще тут? Да, я здесь. Ладно, до встречи. Давай, быстрее бы могли, говорится, закончить свой разговор. Так, куда мне ехать? До сих пор не показано, что ли? Убежище. Бункер. Еще одно очко навыка получили. Ну да, в бункер, правильно я отметил. Все, поехали. Тобиас? Откуда номер узнал? Ты мститель! Серьезное обвинение. Да, это голос мстителя! В первый раз он испугал меня до смерти. Слушай, у меня для тебя кое-что есть интересненькое. Полиция выкидывает очередную партию пушек на улице. Что ты имеешь в виду? Я их прослушивал. Они пушки целыми ящиками продают под прикрытием. Вопрос в том, зачем и где?
пушки. И кто? Тобиас. Да, да. Покажу, где проходили сделки. Дальше разберешься сам. Одно условие. Скажешь про меня в своем манифесте. У меня нет манифеста. Будет. Отлично. По всему городу разбросаны пустые ящики. В этих загадочных ящиках можно найти самодельное устройство, а также аудиозаписи. Найдите все 9 ящиков, чтобы разблокировать спецзадание и раскрыть их тайну. Чтобы узнать количество найденных ящиков, откройте шкалу прогресса. Ящики разбросаны. Зашибись. Как мне их искать? Или они как-то выглядят? Устранение — это не то. Мини-игры. Это мини-игры. Сплошняком. Понятно, это опыт, короче, дают на спецзаданиях. Но мы пока возвращаемся в бункер. Повоевали с Ираком каким-то. О, новости! Гости Чикаго, остерегайтесь мошенников. На улицах города стали орудовать наперсточники. Полиция призывает к бдительности, однако в погоне за легкими деньгами многие теряют голову. Наперсточники даже. Welcome 90-е, да? Все, пошли, почти приехал. Заглянем к Тобиусу. Просился же. Прихмади ко мне в гости, я тебе столько вкусненького дам. Если даже бесплатно даст, это будет вообще замечательно. Мерзкая погода. Так, давай. Надеюсь, не крадено. А, это же ты. Я? А за чё там? Тобой точно никто не следил. А точно, точно. Уверен? Уверен. Ты меня пустишь, нет? Ты, ёлки, зря к тебе я пришел. Так, чё тут теперь? Опять к машине бежать, что ли? Чё такое? Контракт. Неужели больше машин нету, а? Лучше. Пойдем пешком. Побежали. Покатаемся на мостике. Карусель же. Классно. Свернем его. Тарам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам. А куда машины все подевались? Поугоняли, что ли? Тут же куча машин стояла. Братская преданность.
Подключитесь к Росе Фронт удаленно. Скучает? Ну что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. Ладно, я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучшая твоя попытка. Мне нужна помощь. Твоя помощь. Команда? Да, команда. Непривычно, наверное. Очень. Так сложно было? Нет. Ну, начнем. Ага. Вот девчонки, все им не так. Посмотрим, что у вас там интересного. Кнопочки потыкаем. Загрузка третьей главы, что ли? Чё ж интересно, нам такая загрузка среди игры попёрла. Чтобы использовать ручной тормоз, нажмите на нолик. Да. Ну, мы идем исключительно по сюжету сейчас. Вначале мы там еще пытались куда-то заглядывать. Сейчас чисто в сюжете. Да, где-то наверху. Вопрос, как туда попасть? С помощью камер. И где он? Ну, блин, это важно. Это сучка, важно. Ты меня... Смотри, какую сеть провели. Это не просто уличная банда. Блин. Что-то я сейчас не взломаю, наверное. Черт, 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 черт. Не успел. Офигеть. Так, есть. Серьезные парни. Ну и крепость. Просто так не просочиться. Ты че? Какого хрена? Твою, чтоб тебя. Долбанный дедсек. Блин. Молокососы хрен. Что не знают про жизнь на улице? Блин. Ходить могут. Я видел. Там все круто. Но прикрытия никакого. Копы нагрянут и привет. У меня же все четко. Баян. Ну и что с того? Поэтому маска мне ни к чему. Дедсек лохи. Будущее за мной. Прикольно, на лифте поднимаемся. Исключительно что-либо. Камера показала, что на следующем этаже. Баян. Баян не баян, а действует же.
Ничего себе. Эй, эй, какого хера? Чё? Твою ж мать. Вали, эй, вы недоделанные. Сейчас такой начнём. Вы что там с лифтом мутите? Хочет пойти в армию. Ну так иди быстрее. Вы меня вообще слышите, блин? Это из-за вас лифт колбасит. Да не мы. Знаете, о чем я говорю? Хватики не рата сраны. Что там такое? Так что нехер отмазываться. Довязывайте. Что такое там творит-то? Только глубже, давай. Да. А ты куда пялишься? Тоже хочешь? Дуй отсюда. Кто это такая там? Получили деньги от сына. Что только ради дозы не сделаешь, да? Кончалыжный какой-то район вообще. Так, куда мы можем пройти? Матюкошники. Ломать. Системный ключ, расходный материал. Так, это... Так, а вы что тут? Сидите. Нужна уязвимость. Так, а как бы туда проникнуть-то? Я не вижу, откуда это все. С чувака, если только. Блин, он не поворачивается туда. Зачем-то ж его камера нужна. Во. Еще одна ломалка какая-то. Так. Ломали. Блин, пусти туда. Ай-яй-яй. Есть. Отлично. Был ранен на концерте. Пишет партнерство. Все мы понимаем, ваши данные по Блюм позволяют их свернуть, нельзя будет. Всем не волнует, кто станет там. Бла-бла-бла-бла. Успел прочитать, ну ладно. Стиус. Камера. Доброволец в медицинских экспериментах. Так, чё, куда дальше-то? Так. У тебя камеры нету, случайно? Бывший механик. Так, взломать. 43 метра. 42. И ну совсем-то на выход не надо. О, наверх. Отлично. Да что у них тут везде? Одно и то же. Это все-таки правда, блин.
Были бы у меня деньги на Блюм, я бы не кипишил вся. Подыхать неохота. Так я помалкивайте, пока всех не перешили. Будьте болеть там, что-то там. Короче, фигню какую-то я взломал. Все, любовь там пошла уж. Так, это кто? Из Небраски прибыл. Камера. Так, сюда ничего. Задроты. Так, опять взлом. Так, они заметили, что я проник, да? С другой стороны надо пустить. С этой стороны. Поворачивай. Есть. Разворачивай назад. Блин. Сейчас это засекут. Блин, с это есть. С этой. Теперь с этой нет. Да что ж такое-то, а? С одной есть, с другой пропадает. Зараза. Блин. Нифига. Зараза такая. Есть. Ну нифига себе. Красавчик, это куда я попал? ТТОС лучшее, что Блюм мог сделать для чикагских предпринимателей. На каждом. Тут действительно кто-то жил? Скорее умер. Как два пальца. Конкуренции меньше. Мою инфу и досыпать мои возможности. Эта система самая то для защиты. Моя берлога, к примеру. А кто платит? Безопасность там на высшем уровне. Все за деньги жителей Чикаго. Большое спасибо всем. Да, ладно. Пора за работу. Это они так работают, чтобы не украсть? Нет, спасибо. Круто. Какого?
следишь за мной? Опять следишь за мной? Хочешь чего-то? У меня больше нет ничего. А то, что вон там, твое. Хрен тебе, понял? Понял, понял. Че такой нервный-то? Затрахал уже лезть в мою жизнь, урод! Получил? Тебе мало? И так жопу рву стараюсь, а тебе все мало. Не доверяешь мне? Так, пойдем. Отведи меня. Прям к точке назначения. Давай. Давай, давай, давай. Прямо пойдешь? Ой, зачем я сюда перепрыгнул? А, ну правильно, да. Чтоб отсюда было проще передвигаться. Понятно. Опять звучит. Вот слышимость тут вообще пипец, конечно. Через все этажи все слышно. Я проследила айпишник до той комнаты. Электронный замок. Блин. Оба. Ирак. Ключ в жетоне Ирака. Никто тебя не грабанет, чел. Давай боссу трубку. Ну, нужно время. Так чё тормозишь? Бэтбак, тащись сюда. Эй, Полош, откуда взял? Я просто подумал. Так не пойдет. Помнишь бульдога бабули? Мелкого урода. Тупица? Всегда прибегал, ты только позови, да? Только еще он вечно ссался везде. Да, да. Сечешь? Ну? Гну, не сечешь. Короче, от тебя одни убытки. Как думаешь, что важнее? Дела или ты? Это мистер Квин. Дела. Куин! Я поставил вас торговать и охранять, мистер Ирак. А вы украли список гостей. Меня нагреть не выйдет. Йо, ты что-то путаешь. Договор был другой. У нас деловое сотрудничество. Твой гость, мой гость. Слушай, давай перетрем на аукцион. Не будьте фредкой, мистер Ирак. Мы таких просто убивали в свое время. Убийцы, бля. Пошел он в жопу, лепрекон сраный. Че за фредка? Эй, это хорек. Повумный. Хорек. Нервный. Не нравится. Что-то надо? Чемоданчик в кровище. Так, как бы туда залезть-то? Дверь пошире открой. Паков. Зашибись, вот это мы полазили по камерам всю серию. Я не знаю, как попасть в этот бункер. В комнату тем более. Замки на дверях, и те закодированы. Тот же Артрест, Бэтбак. Он мне поможет. Поможет? С чего бы это вдруг? Уверен, еще одна ошибка, и он получит пулю в лоб. И когда облажается, я это запишу. Шантаж – лучший способ найти союзника. Ну чё ж, вычислили мы источник IP-адреса.
братская преданность. Задание выполнено. Познакомься поближе. Хулиганка 17. Так, вот так вот встань. Вот. Как-то вот так. Ага. Ну что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Лорд Вуду. Айронхат. До новых встреч. От вас палец вверх, от меня продолжение. Всем пока.